именно разум выбирает в конечном итоге, как мне себя вести, потому что ум, он сразу реагирует как ребенок. Мне нравится, не нравится. Я хочу это, чтобы это как можно дольше продолжалось, либо я хочу этого избежать. Это реакция ума. Но реакция разума – это когда я способен к самодисциплине, способен к самоосознанию, способен что-то трансформировать, менять. Это все то, что может себе позволить разумный человек.